О работе логопеда обыватель знает совсем немного, ошибочно полагая, что учитель-логопед работает над исправлением только неправильного произношения звуков. Коррекция звукопроизношения – это только верхушка айсберга. Логопед работает со всеми нарушениями речи, общим недоразвитием, ее отсутствием, нарушением голоса, темпа и тембра речи, речевыми отклонениями вследствие патологии центральной нервной системы. Процесс коррекции речи – длительный путь, но непременно приводящий к положительным результатам и успешному обучению в школе. А это благодарность детей своим педагогам. Теперь дети легко выговаривают даже трудные слова, что успешно демонстрируют на импровизированной сцене перед воспитателями и педагогами. Ах, какие были муки! Не давали детям звуки. А эти трудные слова, от них кружилась голова. Аквариум, мотоциклист, водопроводчик, журналист. Такое напряжение! Не детство, а мучение. Страдали мама, папа, я, сестра. Ну, в общем, вся семья. Мы откроем вам секрет. Нам помог логопед. Не художник, не артист, а такой специалист. Если есть проблемы с речью, вам поможет логопед. Логопеды всей страны очень детям нужны. От всей души мы хотим поздравить наших коллег, учителей, логопедов с этим серьезным профессиональным праздником. Пожелать им удачи, творческих успехов, чтобы все их воспитанники всегда их радовали своими результатами. И благодарных родителей. Благодаря логопедам все лавирующие корабли этих деток обязательно вылавируют в огромном океане жизни. Вадим Родин, Анапа регион.